эфире прогноз погоды. Здравствуйте, с вами я, Мария Мордвинцева. Обычно 2 февраля дует сильный ветер и идет снег. В народе даже шутили по этому поводу. На Ефимы ветры дули, шапку сдули, кафтан сняли, рукавицы сами спали. Чуть позже я поделюсь с вами своей информацией об этом дне, а пока о погоде в Туле области на ближайшие сутки. В городе Алексине 0-6, в Ефремове 0-4, в Белеве плюс 1-5, в Новомосковске 0-4. По прогнозам на 2 февраля температура в Туле будет колебаться от 0 до минус 9 градусов по Цельсию. Преимущественно облачно, возможен снег. Влажность воздуха составит 94-99%. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. Возможны небольшие геомагнитные возмущения. Будьте внимательны, следите за здоровьем. 2 февраля нельзя поднимать мелочь земли, иначе будете жить в нищете в течение 3 лет. Также считалось, что нельзя петь после заката, иначе слез не соберешь. На сегодня у меня вся информация. Отличного вам настроения. С вами была я, Мария Мордвинцева. Увидимся завтра в это же время.